всем привет! 331 и 332 серии турецкого сериала «Клятва» выйдут 24 и 25 апреля. С русской озвучкой эти серии можно будет посмотреть через пару дней. Если вы хотите, чтобы Кемаль и Нарин воссоединились, ставьте лайк, чтобы увидеть наше число. Феридей некоторое время будет подвергаться насилию со стороны Юмита, но она будет об этом молчать из-за страха. Когда все-таки поймет, что ее жизни угрожает опасность, Феридей начнет думать, как спастись от рук психопата. Сделать это будет непросто, потому что Юмит все время за ней следит. Он ходит за ней как тень. Есть информация, пока что не подтвержденная, о том, что Феридей может погибнуть от рук Юмита. В это же время Хикмет наконец-то начал замечать, какой на самом деле является Сунгюль. Очень скоро он захочет с ней развестись, а Сунгюль, боясь потерять наследство, попытается его убить. Нарин хочет доказать, что Кемаль невиновен, а Кумру, причастная к преступлению, пока остается безнаказанной. Но когда правда раскроется, Кемаля выпустят из тюрьмы, а Кумру будет арестована. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик.